Друзья, как часто мы молимся Богу и просим у Него: Господи, дай нам работу, сделай так, чтобы у наших детей все было хорошо. Господи, исцели нас, исцели меня и моих родственников. Но единственным барьером по осуществлению этих желаний является существующая власть. 17 января, в воскресенье, 19:20, на лоукостере «Победа», в аэропорт Внуково, возвращается в страну, я считаю, без всяких сомнений, будущий президент Российской Федерации Алексей Анатольевич Навальный. Он улетел блогером, московским пижоном, а прилетает без всяких сомнений национальным лидером. Пожалуйста, все мужики, если вы еще в состоянии о чем-то думать, менять свою жизнь, приходите и встречайте. Делайте это, как я. Я независимый политтехнолог, и я прекрасно понимаю, как строится политика в нашей стране. И это Голгофа, это Бог дает нам этот шанс осуществить и воплотить его в жизнь. Меняйте страну, вставайте с колен.